Эти цветы для Светланы Михайловны Орловой, для человека, который всю жизнь учил студентов петь. Многие харьковские актеры благодаря именно Светлане Михайловне Орловой запели, да еще какими голосами. Мы идем поздравлять ее. О, уже слышны звуки. Светлана Михайловна, слышу. Так может петь только она. Мы немножко опоздали. Там уже идет концерт. Вот как раз зайдем, так и аплодисмент. Светлана Михайловна Орлова – певица, заслуженная артистка Украины. А еще она – талантливый педагог и замечательный учитель. Это человек, который научил меня петь. Так могут сказать половина харьковских актеров, потому что все они занимались в классе Светланы Орловой. Каждый урок у нее – это просто праздник какой-то. Я помню замечательный случай, когда мы учили песню «Эх, раз, еще раз», когда Светлана Михайловна, значит, поет, поскольку я с нот читать не умею. Вот, я повторяю за ней, она слушала, потом говорит: «Лариса Николаевна, вам не кажется, что как-то она так, как я пою?» Лариса Николаевна говорит: «Да нет, вроде как бы, как она поет. А я-то знаю, что я-то спела, в общем-то, в принципе, как один она. В один, потому что, как бы, ну, а куда деваться?» Я говорю: «Не мартышничай, не мартышничай!» Я обожала просто вокал. Да. Я обожала. На юбилее любимого учителя сошлись и съехались выпускники Харьковского института искусств разных выпусков. Теперь они профессиональные актеры, многие даже музыкальных театров. Не каждому человеку везет с учителями, которые бы помогли поверить в то, что все у него обязательно получится. Особенно это нужно в самом начале творческого пути. С таким учителем, как Светлана Михайловна, ничего не страшно, даже спеть в мюзикле. Впервые на курсе актеров драмы появился полностью музыкальный спектакль. Кто пришел в институт и совсем не умел петь? Я абсолютно не умела петь. Ну и вообще методы ее. Доброта душевная, я от себя говорю, что я испытываю. Я очень хороший человек, в первую очередь, ну и талантливый педагог. Теперь курс звучит, а самое главное, им нравится петь. Они не боятся своих голосов, и это заслуга Светланы Орловой. У вас были студенты, которые не запели за все 4 года? Не было, Лена, не было. Не было ни одного студента, который бы не запел. Один студент, у которого совершенно не было слуха. Я ему до, он мне ре, я ему ре, он мне ми. Я ему фа, он мне еще что-нибудь не то. А на четвертом курсе он совершенно спокойно пел «Тетку Чарлея». Островского они пели в спектакле. Замечательно. Это все цветы для любимого педагога. А еще по случаю праздника выпустил завод шампанских вин вот такое шампанское орловское. 20 лет Светлана Михайловна Орлова учит петь, а еще заражает своим оптимизмом и творческим вдохновением. Она подскажет, поддержит, а надо будет и отругает. Самое большое ругательство – ты на сцене холодный, как собачий нос.
Между собой студенты называют ее просто Светой, и не прийти к ней на урок считается дурным тоном. Ведь за каждого она переживает, каждого помнит и гордится даже нашими маленькими победами. Вот почему в зале так много ее студентов. И неважно, когда ты закончил институт. На-на-на.